Семейный шашечный турнир в честь Нового года и Рождества прошел в филиале Дворца детско-юношеского творчества «Буревестник». 20 семей, где один участник взрослый, а другой ребенок, сразились на черно-белых досках. Шашистов как принято говорить? Ни пуха, ни пера? Или чего-то другого? С Богом. С Богом? Ну, с Богом. Удачи вам всем! Актовый зал филиала ДДЮТ «Буревестник». Сегодня здесь аншлаг. Такой большой турнир по шашкам в Бендерах впервые. Турнир не простой, а командно-семейный. Его посвятили Новому году и Рождеству, самым теплым и домашним зимним праздникам. Возможность вместе идти с семьей и получать определенную награду, соответственно, занимать места в шашечном турнире. То есть мы через шашки показываем семейные ценности, единство, любви и взаимопонимание. Среди почетных гостей – многократная чемпионка мира и Европы по шашкам Елена Сковитина в девичестве Меськова. Играет в шашки с 5 лет. Сейчас мама 4 детей, 2 привезла на турнир. Сама решила не участвовать, надо дать шанс другим. В итоге в команде Сковитины нет взрослых. Играют 12-летний Ярослав и 9-летняя Яромира Сковитины. Денис Игоревич мой товарищ по клубу, с которым мы вместе когда-то начинали путь в шашках. Он мне предложил поучаствовать, чтобы я привезла деток. И с большой радостью приехала. Мне очень нравятся такие мероприятия семейного плана, в том числе и для детей. Прекрасная идея сплотить всех вокруг идеи спорта и, в частности, шашек. Плюс спорт – это то, что дает нам друзей. В командном турнире 20 семей из Бендер, Тирасполя и Кишинева. Спортивную честь семьи отстаивают 2 шашиста. Дети играют с детьми, взрослые со взрослыми. Каждая команда с креативным названием. Дамки, зайки, карапузи, комницы, леди баги, снежинка и другие. Я очень люблю спорт шашки. Я уже уделяюсь этим спортом 2,5 года. Наша команда называется «Мишки». Я очень люблю играть по вечерам с папой. В шашке я его всегда выигрываю. Я очень много занимаюсь по компьютеру шашками. Некоторые юные шашисты далеко не новички, потому что посещают шашечный кружок в Буревестнике. Им, как говорится, и стены помогают. Я не волнуюсь, потому что я тут уже очень много играю в шашки. Ну, второй год только идет. Поиграть, ничего. В следующем раунде выиграем. По итогам соревнований самые высокие результаты у семьи Елисеевых, они же Паулис. Первое место – семья Галайчук, команда «Звезда» – второе. Селезневы или Селезни взлетели на 3-ю ступень пьедестала. Семейные ценности творят чудеса. Поддержка родных поможет преодолеть любые трудности. Елена Росланова, Валерия Усвайская, Руслан Федоренко, Бендерское телевидение.